Никаких человеческих рук, исключительно все делает автоматика, а значит и ошибок не будет. В медицине это жизненно важно, ведь если точно исследование, то и лечение правильное. А за точность здесь можно не переживать. Новейшие аппараты буквально из одной капли крови могут выжать максимум информации. Это аппарат биохимический и иммунохимический. Он состоит из двух частей. Биохимия, иммунохимия. Можно сразу делать иммунохимические анализы. Это гормоны щитовидной железы, околощитовидных желез, гормон надпочечников, половые гормоны и биохимия полностью развернутая все. Биоматериалы сюда будут привозить со всех поликлиник города. Мощности хватит. Один вот этот аппарат может делать от 200 до 600 тестов в час. Исследования как уже привычные, так и те, что раньше были доступны только за деньги. Если по иммунохимическим исследованиям, у нас в основном вот такие исследования редкие, как инсулин, С-пептид, они выполнялись только в платных каких-то клиниках, потому что это дорогостоящий анализ. Здесь это все в программах ОМС по стандартам можно бы выполнять. Будет здесь, в этой лаборатории. Вся полученная информация будет по каналам закрытой связи возвращаться в лечебное учреждение. Так что люди, сдавшие анализы в поликлинике, результаты узнают там же и очень оперативно. Заборные пункты остаются во всех лечебных учреждениях, во всех поликлиниках, во всех стационарах. По словам специалистов, в России всего полтора десятка таких лабораторий, в основном в крупных городах. Есть теперь и в Оренбурге. Обслуживать она будет областной центр и прилегающие территории. Впрочем, со временем такие лаборатории вполне возможно откроют на востоке и западе области. Нужны инвесторы, ведь стоимость одной лаборатории более 80 миллионов рублей. Юрий Мишенин, Станислав Доминов. Наше время.